В эфире информационная программа «День города» в студии Алена Куколева. Здравствуйте. Вот некоторые темы этого выпуска. Беларусь и Рязанская область продолжат укреплять партнерские отношения. Как это работает? Система фото- и видеофиксации нарушений на дорогах города. И возле стадиона ЦСКА построят здание суда. История про молочные реки в Конищеве получает свое логичное завершение. Подпольный цех по производству молочной продукции закрыли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Напомним, в конце мая жители микрорайона, не поверив в сказку про кисельные берега, сообщили в прокуратуру о водоеме молочного цвета. Моя коллега Оксана Тебенихина расскажет об особенностях подпольного производства молочных продуктов подробнее. Сотрудники природоохранной прокуратуры совместно с полицейскими прибыли на место сразу же после звонка жителей микрорайона Семчина, который обнаружил канаву, наполненную отходами молочного производства. Из молока образовался ни много ни мало целый пруд. В конце мая 2016 года Рязанской межрайонной природоохранной прокуратурой было выявлено подпольное молочное производство, организованное гражданином в помещении одноэтажного строения по адресу дом 1Г, улица Школьная города Рязани, это за перинатальным центром и новым жилым микрорайоном. Производственная деятельность осуществлялась с привлечением персонала, трех женщин, при использовании оборудования, способного перерабатывать ежедневно тонны молока. Со слов производителя, молоко он закупал у населения близлежащих сел. Объемы внушительные – от 100 до 1500 литров в неделю. Но приобретаемый продукт, а также готовую кисломолочку, производитель на качество не проверял. В ходе проверки в складском помещении цеха в рефрижераторе было обнаружено творог в количестве 360 кг, масло сливочное в количестве 60 кг, масло топленое в количестве 240 кг, сметана в количестве 10 кг, сыр адыгейский в количестве 15 кг, кефир в количестве 15 литров. Данная продукция была подготовлена к отправке на реализацию. Упаковка готовой продукции не соответствовала никаким допустимым нормам, да и никакой информации о сроке и условиях хранения не содержала. А Роспотребнадзор в ходе проверки выявил, что продукция представляет реальную опасность для здоровья потребителей. Лабораторные исследования, отобранные для исследования молочной продукции, показали, что ее качество не отвечает требованиям безопасности по микробиологическим показателям. В продукции обнаружены бактерии группы кишечной палочки. В 19 из 20 смывов, отобранных с технологического оборудования и рук сотрудников, обнаружены бактерии группы кишечной палочки, которые попадают в готовую продукцию и могут привести к возникновению массовых кишечных заболеваний. Сейчас производство закрыто, продукция изъята. Природоохранная прокуратура провела проверку, после которой подготовила материалы для направления в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Рязанская область намерена расширять экономические связи с Белоруссией. Представители бизнес-сообщества республики посетили наш регион в рамках реализации протокола о сотрудничестве, подписанного в ноябре прошлого года. Многие рязанские предприятия на сегодня имеют прямые связи с белорусскими коллегами, а товарооборот в прошлом году составил почти 80 миллионов долларов. С нашим регионом Республику Беларусь связывают давние отношения. В прошлом году было подписано соглашение о сотрудничестве, а рязанские предприятия представили на одной из выставок в Беларуси свою продукцию. То, как дальше развивать отношения между странами, обсуждалось сегодня на заседании рабочей группы. Обе стороны отметили, что у нашей области тесные связи с Республикой Беларусь. Регион поставляет туда медтехнику, нефтепродукты, стройматериалы, кожу. В Рязанской области популярны товары легкой промышленности. В рязанских полях работает белорусская сельхозтехника. Мы должны жить вместе, мы должны сотрудничать. И уверен, что сегодняшняя ситуация, как бы ее ни характеризовали, может, там, за океаном или на Западе, ну, некая кризисная ситуация, санкции введены против России. Вот я обращаюсь ко всей делегации и Белоруссии, и делегации нашей Рязанской области. Коллеги, это самый удобный и правильный вариант того, чтобы найти еще точки соприкосновения. Как подчеркнул первый зампред правительства Сергей Самохин, потенциал для сотрудничества региона с Белоруссией огромен. Были затронуты на встрече и актуальные вопросы развития уже налаженных связей. Так прозвучали предложения о необходимости снижения административных барьеров. Нам
нужны эти контакты. Нам необходимо работать совместно. У нас очень много общего и много вот таких связей, которые еще выходят из прошлого, настоящего. И я уверен, будущее, перспектива за то, чтобы мы и дальше развивались. Это и экономическая составляющая, и политическая, и культурная, и образовательная, и спортивная. Вот этот весь комплекс, он должен присутствовать при взаимодействии двух таких государств. Найти новые точки соприкосновения, в том числе в плане создания новых совместных производств, на сегодняшний день представляется особенно удобным и правильным. Сегодня в Беларуси ведется работа по расширению развития сотрудничества именно с регионами России. Там, где действительно в процессах обсуждения возникают идеи и даются старты проектам, которые могут послужить на пользу экономикам как нашей страны, так и Рязанской области, вот это, наверное, тот формат, который нужно развивать и который, думаю, что с учетом схожести наших экономик и с учетом менталитета наших народов, он, наверное, более всего нам подходит. Мы понимаем, что на сегодняшний день, прежде всего, значит, основа во всех отношениях должна лежать в плане экономики, финансового результата, развития территории, значит, занятости населения, увеличения ВВП, соответственно, уровня жизни наших братских, действительно братских народов, которые уже на протяжении уже многих веков доказывают, что мы всегда были, есть и будем вместе. На сайте Главного управления архитектуры и градостроительства Рязанской области опубликован план благоустройства территорий, прилегающих к центральному спортивному комплексу и Рюминой роще. Последние несколько лет здесь располагается пустырь, который давно вызывает вопросы у горожан. Что станет с этим местом, узнавала Марина Комиссарова. Участок, ограниченный улицей Гагарина, клинической больницей имени Семашко, Рюминскими прудами и улицей Спортивной. Согласно документам, территория частично находится в зоне спортивных комплексов и сооружений и частично в зоне городских парков, скверов, бульваров. Сейчас здесь большой пустырь, где время от времени раскидывают шатры приезжие цирки Шапито. Но занять эту территорию в разные времена пытались то авторынком, то парком аттракционов. Архитектурная концепция развития данной территории предполагает расширение улицы Спортивной и Галенчинского шоссе, а также соединение Спортивной с улицей Семашко. Проект предполагает создание дополнительных автостоянок и дополнительных элементов благоустройства, в том числе на территории Центрального парка культуры и отдыха, а также строительство надземного или подземного пешеходного перехода через улицу Спортивная. Планируется развитие существующей инфраструктуры спорткомплекса и строительство от 1 до 6 новых одноэтажных объектов общественного назначения, возможно, офисов. Предполагается развитие гостиничного комплекса, размещенного в южной трибуне объекта, с организацией парадного подхода к нему. Пока, значит, троллейбус ходил вот так вот по этой улице, потом он делал здесь резкий поворот, и краем этой плотины он выходил на дорогу в сторону улицы Есенина. Здесь так овраг и был. Его начали когда засыпать, и здесь построили площадку, подо что только она не использовалась. И под проведение массовых праздников гуляний, и лунопарки первые, приехавшие в наш город, как раз располагались именно здесь. И выставки военной техники, и военные праздники и парады. 900-летие Рязани, когда праздновалось, эта площадь вся была запружена народом. То есть это уже место обросло своей историей уже. В рамках развития набережной вдоль Рюминских прудов планируется построить новое предприятие общественного питания с видом и выходом на водную гладь пруда, развитие общей системы фонтанов с устройством плавучих фонтанов на Рюминском пруду и стационарных на пешеходной площади перед центральным входом в ЦСКА и Домом правосудия, новым зданием облсуда, которое уже стало предметом бурных обсуждений. Например, рязанцы интересуются, что же будет располагаться в историческом здании окружного суда, построенном в 1906 году, где сейчас находится областной суд. До 18 века здесь было свободное течение реки Лыбеди, и было это метров на 15-20 глубже, чем нынешняя территория. Почему? В конце 18 века купец Рюмин устраивает в Дубраве, в реликтовой Дубраве, свой парк, загородную усадьбу строит и перегораживает русло Лыбеди. Получается плотина, на которой стояла мельница, замечательная такая, красивая такая, поросшая мохом. Здание знаковое, потому что оно и открывает вход в парк, в Рюмину рощу, и находится рядом с ЦСКА, и дальше продолжение идет в сторону старого города, в другую сторону, если, да, то есть оно пограничное между Рюминой рощей, уникальным объектом, историко-культурным и природным, и старым городом, поэтому
встречая гостей с этого важнейшего направления, с Южного, оно должно удивить, заинтересовать, ну или какие-то объемы, формы, может быть, оформления архитектурные, детали. Если уж здание как квадрат готово к проекту, к постройке, то оформить его стильно. Критике подвергся и архитектурный стиль проекта, так полюбившийся градостроителям кубик. Для сравнения, противники таких сооружений приводят дворец земледельцев Министерства сельского хозяйства Татарстана в Казани, построенный в 2008-2010 годах. Вопрос о благоустройстве территории в районе ЦСКА будет рассмотрен 1 июля на заседании градостроительного совета в региональном правительстве. Что происходит после того, как видеокамера засекла машину, мчащуюся по городу на большой скорости? Как ни странно, но почти полностью автоматизированная система не выпишет ни одного штрафа без помощи человека. Сегодня Рязань может похвастаться целой сетью дорожных камер, каждая из которых отсылает письма счастья. Анна Герцовская расскажет, как работает эта система, и заодно еще раз напомнит всем автолюбителям, что правила нарушать не стоит. Старший лейтенант полиции Екатерина Колесникова работает в органах внутренних дел с 2006 года. В центр фото-видеофиксации она перешла с 2012 года, как только он образовался. Ее работа заключается в проверке поступившей информации с камер о нарушениях, поскольку каждое нарушение необходимо обработать, сверить данные, после чего вынести по нему постановление. В последующем инспекторам выносится само постановление, которое подписано электронно-цифровой подписью. Оно направляется в электронном виде на почту, а почта уже как бы уже занимается отправкой и направлением адресату. Все нарушения, которые обрабатывает центр, касаются превышения скоростного режима. Самая большая скорость, которую удалось зафиксировать, составила 209 км в час. Центр фото-видеофиксации начал действовать в нашем регионе с 28 декабря 2011 года. Тогда же на дорогах города появились первые стационарные камеры. Как сам центр, так и коллектив здесь достаточно молодой. В одном из отделов можно увидеть тех сотрудников, которые занимаются обработкой жалоб и предложений, поступающих сюда со всей страны, поскольку камеры фиксируют нарушения и тех, кто бывает в нашем регионе проездом. Эти стопки бумаг – жалобы и обращения граждан и организаций, приходящих сюда со всей России. Примерно такой объем документов обрабатывают в день сотрудники этого отдела. Если говорить о количестве стационарных камер, расположенных в нашем регионе, их 47. Но уже до 1 августа этого года камер станет 78. С появлением автоматической фото-видеофиксации ситуация на дорогах региона значительно улучшилась. Вот один из примеров. Северный обход города Рязани, который разводной мост, до установки камер фото-видеофиксации на данном участке произошло более 60 дорожно-транспортных происшествий с механическими, даже с летальным исходом. На данный момент у нас имеется только одно дорожно-транспортное происшествие, где погиб гражданин. Эти цифры приведены за учетный период, равный 5 месяцам в год до установки камер и за аналогичный промежуток времени после их появления. Участки, где осуществляется установка данных камер, мы проводим анализ аварийности данных участков, где произошло наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий, где пострадали и погибли люди. Развитие фото-видеофиксации в нашем регионе идет хорошими темпами. Рязанская область стала первой и пока единственной в России, в которой реализуется пилотный проект. Именно у нас частные инвесторы вносят свои денежные средства для развития фото-видеофиксации. И все это делается для повышения безопасности наших граждан. А в некоторых регионах подобных стационарных камер пока даже еще не существует. Мало кто знает, но основатель одного из самых престижных вузов нашей страны, Баумановского университета, профессор Александр Ершов, тесно связан с Рязанью. Сам он родом из Рязанской губернии, а его потомки сейчас живут в нашем городе и бережно хранят историю своей семьи. Среди элитных коттеджей в самом центре города, неподалеку от Кремля, затаился дом, возраст которого приближается к полуторавековой отметке. Однако на первый взгляд он вовсе не похож на своих ровесников, которые регулярно загораются в Рязани то тут, то там, освобождая места для новеньких многоэтажек. Этот дом, как и во времена своей молодости, хорош собой и крепок. И это во многом заслуга семьи, в чьи руки он попал в далеком 1886 году. Сейчас хранительницей очага, прошедшей ради сохранения семейной усадьбы огонь и воду, является Марина Мелешкова. Марина Светозаровна с удовольствием рассказала одну за другой истории тех, кого видели эти стены. Семья была большая. Это семья моей прабабушки Анны Александровны Мельгуновой-Ершовой. Она была дочерью профессора Московского университета.
одного из основателей Бауманского училища Александра Степановича Ершова. Александр Степанович Ершов закончил первую мужскую гимназию в Рязани. Он был первым золотым медалистом. Он был первым стипендиатом Рюмина. Был одним из первых авторов современного учебника «Теория механизмов и машин». А потом посвятил себя организации высшего технического образования. Выдающийся ученый, всю жизнь ратующий за то, чтобы подготовка инженеров происходила в России, Александр Ершов умер рано, в возрасте 49 лет. Но память его жива. На здании Политехнического университета открыли памятную доску, а в самом вузе появился именной кабинет. Отец Марины Светозаровны тоже был крупным инженером. В доме, наверное, в одном из первых в Рязани, появился водопровод. То есть водоканал отмечал столетие, и, наверное, водопроводу в нашем доме тоже 100 лет. Один из первых телефонов в Рязани, в нашем доме. Я помню, когда появился в Рязани газ, улица была перекопана, я даже ухитрилась свалиться в траншею и хорошо отцарапать ногу. То есть среди первых домов в Рязани в этом доме и газ появился. Я сказала, что Светозар Младенович был крупный инженер. Он читал курс гидравлики. И все научное он внедрял в дом. А замуж Марина Светозаровна вышла за сына известного рязанского скульптора Андрея Мелешкова. Того самого, который создал архангелов на колокольне Рязанского Кремля. Он же воплощал в жизнь изображения пролетарских вождей. А еще Вторую мировую войну прошел от первого до последнего дня. Сейчас в доме живут 16 человек. Марина с мужем Александром и трое их детей со своими семьями. И по сей день хранят письма, фотографии своих прадедов и прабабушек, старинную мебель и изразцовую печь. На этом у меня все. Мы прощаемся с вами до завтра и хорошего продолжения дня.